Полезная информация в канун продолжительных праздников. Врачи составили топ-5 самых вредных для печени спиртных напитков. Рейтинг возглавило пиво. Поскольку это слабоалкогольный напиток, то люди частенько им злоупотребляют, нанося своему здоровью серьезный вред. Далее идут слабоалкогольные напитки, которые, по мнению медиков, вредят больше, чем водка, так как при их употреблении затруднительно контролировать поступление этилового спирта в организм. Между тем, шампанское опасно своей углекислотой, а сладкие ликеры провоцируют развитие раковых опухолей и ухудшают состояние здоровья людей, испытывающих проблемы с ожирением. Если все-таки есть сильное желание выпить, то специалисты рекомендуют женщинам употребить 1-2 бокала вина или качественного шампанского, а мужчинам 40-градусные напитки, но не более 200 граммов.